бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над албанцем Сефиром Сефири отметил успех с помощью бутылки элитного шампанского. В своем инстаграме британский боксер опубликовал видео, засняв дорогой напиток. «Я хранил эту бутылку для особых моментов. И я думаю, что прошлая ночь вполне подходит для этого. 1000 дней, 2,5 года вне ринга. Давайте вскроем эту штуку. Бум», — сказал Фьюри. На видео Фьюри держит бутылку шампанского марки Дон Периньон. Это бутылка винтаги 2000, которую можно приобрести за 8000 фунтов стерлингов. Свой следующий бой Фьюри проведет 18 августа в Белфасте. Соперник британца еще неизвестен.